Чем отличается операция LASIK от операции SuperLASIK? Ну, во-первых, первое, что отличие, это кардинально разные лазерные системы, на которых проводится данная операция. Операция SuperLASIK выполняется на лазере более современном, который у нас в клинике. Это лазер последнего, седьмого поколения. И, соответственно, при этой операции устраняется большая проблема у человека, которую невозможно было устранить при операции LASIK. Основная проблема, которая устраняется при операции SuperLASIK, это аберрация или искажение высшего порядка. У человека существует два варианта аберрации низшего порядка. Но наиболее распространенные это близорукость, астигматизм, дальнозоркость или гиперметропия. И аберрации высшего порядка, в частности, наиболее распространенные аберрации, это разная степень преломления роговицы в разных ее участках. Данный, скажем, вариант касается и послеоперационного результата. Операция SuperLASIK дает гораздо более высокую остроту зрения, четкость, контрастность, даже ночное зрение выше из-за более точного индивидуального устранения патологии.